Добрый день. Вас интересует, как похудеть с пользой для здоровья? Или вас интересует снижение веса любой ценой? Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Если снижение веса любой ценой, вы принимаете мочегонные, желчегонные, слабительные, принимаете патагонные процедуры, ограничиваете себя в воде, нагружаете белковой пищей. Все это правильно. Все это снизит вам вес на какое-то время. Но вы очень серьезно расплатитесь здоровьем. Многие системы вы уже пробовали, и результат вы знаете. Я предлагаю иной путь. Похудеть с пользой для здоровья. Жировая ткань – это не просто набор калорий, это не просто жиры. Это еще и растворимые в жирах канцерогены, пестициды, гербициды. Вы же не ребенок, вы же понимаете, что вы живете не на экологически чистых островах, ну а в достаточно таком загрязненном мире. Вы питаетесь не экологически чистой пищей, выращенной на органике, а питаетесь пищей с какими-то усилителями, консервантами, красителями, а выращенной с помощью каких-то химических удобрений. Как вы думаете, где будут складироваться все эти вещества, когда вы набираете вес? Жировая ткань – это ваш склад, и не только жира. Поэтому для того, чтобы похудеть с пользой для здоровья, вам нужно сделать одно. Вам нужно позвонить по тем контактам, которые вы видите, обратиться, я вам распишу программу питания, распишу режим, водный режим, распишу те особенности, которые вам нужно будет внести в свой распорядок дня, в свой образ жизни, в зависимости от того, какие заболевания вы имеете. Потому что если вы ищете, как похудеть с пользой для здоровья, как минимум жировой гепатоз у вас присутствует. А это месяцев 4-6 заниматься нужно печенью, которая единственное может пестициды, гербициды, канцерогены, всякую гадость, красители, консерванты и прочее выводить из жировой ткани, выбирать все это дело из крови и сбрасывать в кишечник с желчью, то есть из вашего организма. Это процесс, это не акт вот так, хлоп, 3 килограмма долой, влез или влезла там в джинсы, в какую-то юбку и король. Опасность очень серьезная. Канцерогенами шутить так нельзя. Сегодня вы снижаете вес любой ценой, а через 10-12 лет записывайтесь на прием к онкологу. Потому что проблемные зоны есть у многих. Мужчины сплошь и рядом ходят с простатитом, женщины сплошь и рядом ходят с мастопатией. Это уже органы-мишени, готовые к перерождению в злокачественные. Поэтому не надо шутить со своим организмом и любой ценой к отпуску, там, я не знаю, к дню рождения, еще к какому-то торжеству снижать вес. Вам нужно заняться своим здоровьем, применить своему организму проверенную систему и худеть с пользой для здоровья и наслаждаться этой жизнью. Потому что вы будете вес терять спокойно, мягко, комфортно. И самое главное, когда вы достигнете желаемого результата, желаемого веса, он не будет возвращаться. Потому что вряд ли вам захочется выйти из того состояния здоровья, спрыгнуть с того уровня здоровья, на котором вы будете находиться. Потому что избыточный вес – это не только жировой гепатоз или стеатогепатит. Это гипертоническая болезнь, это разваленные суставы, это разбитый позвоночник, это сахарный диабет второго типа, это гипертоническая болезнь, а перед этим веетососудистая дистония. Это столько проблем, которые, казалось бы, вот ну как-то вот нажил, ну да, ну вот какая-то проблема. Снизьте вес, только безопасно для вашего здоровья. И все эти хвори постепенно вас покинут. Они следствие, это тень избыточного веса, это тень ожирения. И пока вы не избавитесь от ожирения, все эти хвосты будут висеть, будут сокращать вашу продолжительность жизни и нарушать ее качество. Оно вам надо. Избавляйтесь, звоните, вы видите телефоны, обращайтесь. Система проверена, система работает. Она легка и исполнима. Обращайтесь.